Всем привет! Вот у меня такой бассейнчик маленький. Покупали его за копейки. Ему уже лет, наверное, 8. В бассейн месяц назад наливалась вода. И раз в неделю я заливаю, точнее добавляю таблеточки. Вот их хватает на неделю. Через неделю вот происходит такая ситуация. Вода зеленеет. Прозрачная. И осадочек такой остается. В общем, пробовал алгициды всякие. Да, помогают. Ну, запах немножко, если алгицид, но только не дает водорослям расти. Вот я купил такие таблеточки. В этом году только попробовал. Хлорексель называется. В общем, мне они понравились. Прикольная штука, их очень много. Где-то написано, сколько их штук. 370 таблеток. И вот раз в неделю по инструкции я добавляю эти таблетки. Российское производство, кстати. Вот. И сейчас я добавлю, и потом увидим через пару часов, как изменится цвет воды. Сюда добавлю 12 таблеток и включу насос, она прокачает. 3, 4, 5. Вот так примерно распределю и привинчу ее на выпускной. Покажи. Вот вода прокачивается и отфильтрованная сюда идет. Вот здесь на выход воды оно и будет. Так, все. Отключили насос, прошла циркуляция и все. И вот там у меня таблеточки заряжены. Вот оно фильтрует и вымывает, растворяет эти таблетки. Буквально через часа два вода должна стать голубенькой. В общем, все эти водоросли, микроводоросли, они уничтожаются, становятся белыми, такие в виде хлопьев. Вот. И насос все это отфильтрует. Фильтр этот. Ну, посмотрим, что через пару часов будет. В общем, прошло около часа. Вот, видно, надеюсь, в камеру, что вода уже на порядок светлее стала. Чище. Еще минут 30, наверное, до полного растворения таблеток насос у меня поработает. Накину вон у меня чехольчиком. Из-под бонда жена шила 60-го, потому что в комплекте его не было. В общем, он самый дешевый бассейн, долларов 10, наверное, стоил вообще, я не знаю, акция какая-то была. В сумме брали его. Насос потом докупали. Ну, вообще там перешное все было. Вот. Накину, часик еще поработает, ночь настоится, и утром увидим, какой результат. В общем, эти таблеточки мне понравились. В принципе, можно пользоваться ими. Есть такие же, это для бассейнов, а есть точно такие же для колодцев, для очистки колодцев. Вот. Так что, да, запах хлора, кстати, стоит такой достаточно насыщенный, но обычно в течение суток-двое он все меньше и меньше, и вообще потом его не чувствуется, поэтому ничего страшного в этом нет. Тем более, это специально для бассейнов таблетки. Ну все, результат увидим утром.
Да.